Комитет по транспорту подадут петицию в защиту удельного парка. Накануне активисты провели очередную акцию протеста против строительства автомагистрали. По проекту «Новая дорога» должна разделить парк пополам. Трассу М7 собираются провести от Арсенального моста вдоль железной дороги до Выборгского шоссе. Для этого потребуется вырубить немало деревьев, что не по нраву горожанам. Борьбу за сохранение парка активисты начали еще в 2011 году. Писали, что называется, во все инстанции, но власти к местным жителям не прислушались и оставили строительство дороги в генплане города. Сейчас защитники парка планируют вновь напомнить о себе чиновникам и убедить их внести поправки в генплан. Если бы нам предложили дорогу во фотопарк, мы, конечно, обязательно бы согласились, но таких предложений мы не слышали. Вот. Но если такой вариант возможен, а мы считаем, что он возможен, вот, то он, наверное, все устроит. Под петицией «Сохраним удельный парк» подписались сотни горожан. Теперь ее отправят на рассмотрение Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Активисты заверили, даже если этот запрос проигнорируют, сдаваться они не намерены. Бороться за зеленую зону пообещали до последнего.